Привет всем! Хочу сегодня с вами приготовить обалденное блюдо. Это куриная грудка в кефире. Если вы никогда не пробовали этот рецепт, я рекомендую его вам попробовать. Итак, что же для приготовления нам понадобится? Для этого рецепта нам понадобится куриная грудка. У меня здесь 700 грамм. Одна небольшая луковица. Два зубочка чесночка. Ломтик лимона. 400 грамм кефира, соль по вкусу, перец. Приготовим маринад. Для маринада нам нужен кефир. Выливаем. Ломтик берем лимона. Выливаем сок. Кефир, соль по вкусу, где-то пол чайной ложечки, душистый перец молотый, тоже где-то пол чайной ложечки. Так, берем доску, это отставляем. Берем лук, режем, можно не сильно мелко резать. Вот, нарезали наш лук, отправляем к кефиру. Теперь чесночок. Можно не мелко резать, довольно такими крупными ломтиками, кусочками. Чесночок отправляем в маринад. Так. Маринад тщательно перемешиваем. Отставляем. И берем курицу, филе, и нарезаем кусочками. Вот, дорезали наше филе, отправляем в маринад. Все тщательно перемешиваем. И теперь наш маринад нужно отправить в холодильник за час до приготовления. От кефира мясо становится очень мягким и нежным. Если вы попробуете этот рецепт, вы не пожалеете. Я сама сторонник традиционного приготовления мяса, но этот рецепт мне очень понравился. Я думаю, понравится и вам. Итак, накрываем крышечкой наш маринад и отправляем в холодильник. Встретимся через час. Наше мясо промариновалось. Теперь будем высыпать его в кастрюлю. Ставим на огонь. Доводим до кипения. Накрываем крышкой. И пусть тушится где-то минут 30. Мясо варится. Курица пустила сок. И теперь оно должно тушиться где-то минут 30, пока вот эта водичка не испарится. Останется только на дне немного. Мясо уже приготовилось. Наше мясо приготовилось. Кому понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем готовить вместе. Всем приятного аппетита!